Всем привет! Это будет просто-напросто незапланированный влог. Ходила я сегодня в студию маникюра. Взяла с собой Андрюху, потому что Вероника уехала у меня к репетитору. А я не стала оставлять его дома одного. Поэтому взяла его с собой. Что мне там сделали? Сделали мне там маникюр. Я не стала красить ногти. И сделали мне педикюр. Ногти я покрасила. Выбрала я вот такой цвет. Мы еще за моим заказиком, который я заказывала. Это ароматный магазинчик в Москве. Здесь вот предлагается визитка. Так что здесь есть то, что, возможно, кому-то будет интересно. Загляните, посмотрите. Я уже сняла об этом видео. Я прям вошла, а тут же взяла камеру и засняла, что находилось в этом пакетике. И могу сразу сказать, бомбезный, просто бомбезный заказик. Я в полном восторге. Заказик только что. Вот. Так что жду то, что я заказала. Хотела вам показать, какие игрушки у меня есть. Да, вот такая стопка. Приобрели мы новую приставку. И просто давайте я вам просто покажу, какие игрушки есть. Отрываемся теперь по полной. Расслабляют игрушки. Да, особенно вот такие расслабляют. Это Наруто. Еще один Наруто. Раймон. Это у нас, по-моему... А, точно, Реймон. Андрюх, спасибо. Так... много. Так, это у нас играется, с, по-моему, с таким, наподобие микрофона, да, Андре? Ну, сейчас покажу, принесу. Это спортивная игра. И вот такая. Вот эта игра играется с помощью вот такого шарика. Вот. Спортивная игра. Переходим к следующему варианту покупок. Даже не покупок, а к заказику. Вадим заказал еще раз в одном магазине кофейном, который уже полюбился нам. Заказал он кофе. Бух! Заказал он номер 14. Это у нас винный с оттенками горьких ягод. Так, дальше у нас идет темный шоколад. Номер 49. Так, номер 9. Это у нас шоколад с оттенком табака. И если вы заказываете вот такие большие упаковки, то вам в подарок дают маленькую упаковку. Это темный шоколад, сбалансированный и хорошо насыщенный. Номер 3. Так что выгодно заказывать вот такие три упаковочки. И в подарок вам дадут вот маленькую упаковочку кофе. Нам этот магазин очень понравился. Я потом оставлю все ссылки. Как называется магазин, где мы заказываем. Так что рекомендую этот магазинчик. Он нам очень понравился. И хочу вам показать коробочку с медом от Эрен Влади. Здесь можете почитать, что мне Ирина написала. А здесь на обратной стороне написано все то, что здесь лежит, и зачем это предназначено, и как им пользоваться. Так, и давайте я вам покажу, что находится в коробочке. Так, это мы уже распаковали одну коробочку. Мы ее уже практически съели. Вероника у меня очень любит мед, поэтому она попросила меня заказать. Свечка, она из меда. Вот, красивый, кстати, узорчик здесь. Это, по-моему, даже здесь какие-то стрекозы. Рисунок такой шикарно. Я только сейчас заметила, какая я. Оказывается, невнимательно нужно было рассмотреть. А я думала, это воска накапала. А здесь вот насекомые ползают. Так. Это палочка для того, чтобы доставать мед. Дальше у меня идет. Это
бальзам для губ. Это еще вот запасная баночка меда, потому что мы уже практически вот доедаем мед. Он же очень вкусный. Вероника, как я уже повторюсь, очень меня обожает мед. Это мыло. Я еще его не попробовала, не успела. Для волос я уже пробовала. Он просто тает в руках. Но когда мажете себе волосы, он просто хорошо распределяется. Так что я довольна. Это крем для рук. Эффект мне очень понравился. Руки такие нежные, мягкие. Так и хочется их гладить. Так что мне очень понравился этот крем для рук. Мы вводим наушники. Почему? Потому что вот мы покупали вот этой фирмы. Я не помню название наушники. И вот что с ними произошло. Они у меня порвались. Вот, можете посмотреть. Я их пыталась как-то склеивать, но не получилось. Наушники очень хорошие. Вот здесь, по-моему, название их. Да, Monster. Мне они очень нравились. И как они звучали, как они сидели на ушках. Но, к сожалению, мне не понравилось то, что они вот все израсходованы. И Вадим мне купил новые наушники. Ой, вот так они называются. Давайте на обороте. Здесь написано все, что немножко хотелось бы знать о них. И на обороте полностью инструкция. То есть не инструкция, а описание этих наушников. Сидят они хорошо на голове, здесь мягко. Единственное то, что очень сильно прилегает к ушам, просто давит. Но это там можно отрегулировать. Я думаю, что она, скорее всего, слишком опустила вниз. Так что наушники хорошие, звучание в них хорошее, и нравится, как музыка в них звучит, и голос мне слышен, и штырь. Так что вот новые наушники купленные. Купила еще в детском мире вот такие фруктовые чипсы. В Инстаграме я выставляла фотографию, там, по-моему, 6 вариантов я купила чипсов. Остались только вот персик и груша. И могу сказать, какие мы уже попробовали. Мы попробовали с бананом, с клубникой, с ананасом и абрикос. И что мне больше всего понравилось? Клубника не особенно мне понравилась, очень твердая. Банан мне понравился, ананас мне понравился, абрикос 50-50, и персик, грушу я еще не пробовала, поэтому не могу сказать. Купила еще вот такой скрабик, я в Инстаграме уже опубликовала фотографию, это скраб для тела, и массажирую я вот такой себе щеточкой. Щеточка обалденно массажирует, очень так хорошо стимулирует кровообращение. А запах этого скраба просто обалденный, можете понюхать. Все, на этом я хочу закончить свое видео. Всем спасибо и желаю вам хорошего дня.